будем, потому что мы никому сзади не мешаем. Всем привет, кто сейчас будет к нам присоединяться. Вот такие у нас виды, ну все, спокойно, можно дальше ехать. Сейчас она уже в записи, потом все увидят. Вот такие красоты у нас. Это у нас Волга. Это у нас Ипатьевский монастырь. И здесь сейчас мы будем гулять. Конечно же, когда мы пойдем внутрь, уже трансляции не будет. Сейчас хочу пройти снаружи, посмотреть все это. Нам очень интересны такие вот моменты. Вот, мы с Масенькой просто в восторге от всего такого многообразия, которое здесь есть. Опа, сейчас мое лицо. Всем привет. Сегодня трансляции будет еще сколько-то. Мы будем стараться сделать их не длинными, но не слишком короткими. Так, выходим. Всем привет. Вот такие у нас здесь сегодня виды. А покажи, смотри. Сейчас я вам маску покажу. Так, ну что, кнопка? Кнопка? Во. Ну, ребята мороженое не кушают, я так понимаю, раз молоко не едят. Почему? В небольшом количестве кушаем, да. А мы купим, когда будем выходить, тогда уже. Конечно, конечно. Наша не химическая. Вот так вот, видите, выглядит все это. Как старая древняя крепость. Сегодня это... Ипатьевский мужской монастырь. Здрасте. Ну что, Масеня, мы готовы? Нам надо повязать сейчас будет Масе платочки, юбочки и пойдем внутрь. Пойдем. Да? Хотел просто вам показать все это великолепие. Завтра мы будем уже на катере со стороны Волги показывать всю вот эту вот лепоту, которая есть. Собственно, вот так вот. Ну что, все. До встречи, дорогие мои. И сейчас зайдем. На улице 30 градусов.